Доброе всем утро. Наш отпуск продолжается. Какой день? Наверное, пятый день, да? Середа. Середа недели. А у нас пятый день отпуска нашего. Не снимали несколько дней, вообще ничего. Сейчас решили вновь возобновить съемки. Соседи наши, видите, Бридж Ресорт. Смотри, как ровненько поставили велосипедики. Где-то в день, наверное, третий мы брали на прокат велосипеды. 100 рублей в час стоит. Сразу после выхода из КПП начинается бульвар Надежд. В конце этого бульвара находится пляж Русского дома бархатных сезонов. Рядом с ним находится пляж Бридж Ресорт. Признаемся честно, что Бридж Ресорт имеет 4 звезды, наш отель имеет 3 звезды. И пляж Бридж Ресорта получше выглядит. Стоимость номеров мы еще не смотрели в Бридж Ресорт. Ну так, в целом вид получше, да, нашего? Ну, более цивильный. Более цивильный. Ну, вы видите, вон вверху 4 звездочки нарисовано, так что, наверное, и подороже стоят. Ну, наши бархатные сезоны тоже хорошие. Ну, наши бархатные сезоны, как цена-качество хорошее. Зачем платить больше, если и так хорошо? Сейчас мы держим путь в нашу любимую столовую под названием 50-50, 50 на 50, в которой мы уже пятый день обедаем. Торговые ряды здесь по дороге к морю, и не только к морю, со всех сторон. Вот здесь пиво на разлив хорошее, 75 рублей стоит, 0,5 нефильтрованное. Частные домики, да, гостевые, небольшие. Перед нами находится кафе 50 на 50, видите? Но в самом кафе кушать дорого, а вот за кафе есть столовая. Видите, эльфелевая башня в минимальной композиции. Столовых много, на каждом шагу, но нам приглянулась столовая 50 на 50. Находящаяся за кафе 50 на 50. Что-то тут машинки разъездились. Ну да, все тут ухожено, красиво. Переходим быстрее, иначе нас сейчас задавят. Вот она, та самая столовая. 50 на 50. Ну да, следят за чистотой. Ну что, идем затовариваться? На завтрак мы сегодня взяли... Ольга взяла себе кашу овсяную, навсяную, булочку, хлеб и чай. Я взял себе капусту тушеную и свинину тушеную. 3 хлеба и чай. Вышло все это дело на 245 рублей. Чай по 25, каша молочная рисовая 35, капуста тушеная 45 и свинина 80. Хлеб по 3 рубля, булочка 45. Приятного нам аппетита. Выходим на пляж. Что? Туалет МЖ. Городской еще и бесплатный. Помнится было дело. О, мы вышли возле Хай-Бича. Красная поляна, абхазия, рыбалка, дайвинг, конные прогулки. Этот пляж называется Хай-Бич. Ты заметила, что здесь есть эти электронные камеры хранения? Они здесь были. Раковарня номер один есть. Наши раки всем раком раки. Вот здесь наверху вверху эти прям такие камни. Ну а подожди. Будешь переодеваться? Там поближе к нам. Там поближе? Ну вот такой пляж. Он такой, знаете, полудикий. Ну пошли на наш пляж. Собака свободная, да? На брегу, пойдем отсюда. Что-то надо вставить в этот видеоблог эту информацию. Что интересно, на пляже Хай-Бич такие большие-большие камни лежат. Срано, почему они здесь лежат и почему их отсюда не убирают. Потому что на пляже Бридж Ресорт и бархатных сезонов таких больших валунов нету. Их, видимо, убрали оттуда, облагородили. Ну почему невозможно? Трактором все возможно поднять. На крайняк раздолбить молотом и все. Пляж Хай-Бич в разных местах выглядит по-разному. Видите, это тоже пляж Хай-Бич. И здесь так поцивильнее немножко, да? Качалки прям возле моря, вы видите, стоят. Что? Тебе эконом-класс, а это номера люкс, да? Наверное. Сегодня пасмурно в Адлере. Людей мало на пляже. Солнечный день здесь. Не протолкнуться. Время уже 10:30. Полтора часа лежали, загорали. Появилось желание сходить на волнах поплавать. Ну вот эти. С веслами. Волны хорошие сейчас. Thank you.
ты что, как это? Что? Как обезьяна выходишь. Руки не закрутила руками. Меня, блин. Во все стороны. Покупались чуть-чуть, часа, наверное, 3. Теперь можно и пообедать. Идем в наш любимый 50-50. Стоянка катеров. Некоторые люди, видите, прям на бетоне лежат. Из-за нехватки места на Хайбич пляжу. Души есть почти через каждые метров 50, наверное, да? С пресной водичкой. Чего снимал, непонятно. Лупой вниз. На обед у нас сегодня, ребята, 2 борща по 40 рублей. Котлета какая-то, да? Куриная. Рис, морковка. У меня окорочок и фасоль зеленая. Хлебушек, 200 грамм Изабеллы. И 2 чая на 440 рублей вышло, верно?